В эпоху войн, в эпоху кризисов, когда действительность сложена, у засекреченного физика была красавица жена. У засекреченного физика была красавица жена. Знакомство делала случайные, носила жемчуг и меха. И к ней подсел брюнет отчаянный в шашлычной на ВДНХ. И к ней подсел брюнет отчаянный в шашлычной на ВДНХ. Сквозь брызги пенного шампанского и сквозь зернистую икру не разглядеть американского агент сети ЦРУ. Не разглядеть американского агент сети ЦРУ. Забыв инструкции и правила, и не спросив даже, кто он, она и адрес свой оставила, и свой домашний телефон. Она и адрес свой оставила, и свой домашний телефон. Вот спит она в его объятиях, не помня, что не дремлет враг, а он пришел к ней для изъятия секретных формул и бумаг. Ведь он пришел к ней для изъятия секретных формул и бумаг. Он ищет план объекта Энского, в постель к ней брешенный брюнет. Ему не надо тело женского, а нужен атомный секрет. Ему не надо тело женского, а нужен атомный секрет. Но специальные товарищи давно прознали про него. Его застали всей пишащим, причем почти безо всего. Его застали все эти шарящим, причем почти безо всего. Жене сказали, что ж, понятно вам, кто этот голый гражданин. И тут увидела несчастная, что не брюнет он, а блондин. И тут увидела несчастная, что не брюнет он, а блондин. В эпоху бой, в эпоху кризиса, когда действительность сложна, у засекреченного физика должна быть бдительная жена. У засекреченного физика должна быть бдительная жена. Спасибо.